В правительстве России прошло совещание о переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. В работе совещания принял участие и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Наша республика перешла на эту систему одной из первых и уже наработала определенный опыт. В целях удешевления составляющих тарифов принято решение о заморозке роста платы за негативное воздействие на окружающую среду. Соответствующее постановление Дмитрий Медведев подписал сегодня. Обсуждались и другие способы снижения стоимости услуг по обращению с ТКО. В Чувашии уже проведены зимние замеры объемов накопления твердых коммунальных отходов в нескольких городах и районах на период корректировки нормативов до 1 декабря 2019 года. Региональному оператору рекомендовано снизить плату на услуги по обращению с ТКО для жителей индивидуальных жилых домов в сельской местности. С 1 января 2019 года плата за оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами для населения в сельской местности, за исключением районных центров и городских округов, составит 60 рублей 71 копейку с одного человека в месяц, что на 20% ниже действующего значения.